2 апреля, такой хороший солнечный денек, вечерок. А тучка, правда, грозная. Чего себе апрель? И это не первоапрельская шутка. Даже егерь не может понять, что это происходит. Погода супер. Ну давай, иди сюда. Вот так мы пьем. Очень быстро. Приходится держать, потому что он стал миску ронять. О, теперь все. Без вспышки. Глаза, чтобы не горели. Да, козы. Ой. Ну, что, а тебя против света вообще никак не получишься ты. Ну, давай. Покажи мастер-класс. Вот так мы пьем. Тепленькое молоко. Амиго. Так. Так, хорошо стоим, молодцы. Таша умница. Ай, Таша умница. Красавица. Шестое апреля.
капель. Перчик цветет. Немножко листики подсохли. Это какие-то вредители напали. Это вот прошлогодний еще висит. Доспевает. Это ананас, который Лена подарила. Ну, как он был ананасом. Мы его прирастили. То, что после вредителей кофе остался. Непривитый цитрус какой-то. И лох. Он астролистный, хотя он на солнышке выглядит серебристым. Или ускалистный. Бася греется на солнышке. Дремлет. Да она меня еще не видит. Но подозревает, что увидела. Крыша замерла. Весна, весна. От Баси меня видит, а Бигли нет. Залез бы на жердочку, чего ты спрятался? Цыпа-цыпа. Цыпа-цыпа. Ходят все тут по двору. Лаской поеденный. У него ножки больные. Но куру сейчас топтал. А наша Пушкинка гуляет. Любительница свободы. Ой, нет, что-то собирает, только что сейчас забор ломал. Не знаю, чем пацан развлечься. Какая хорошая весна. Град пошел. Бигли в будку пошли. Бася в будку пошла. Сидит, рассматривает тут. Вот и ушла. Ворона там что-то прячет. Да, вороны, вороны. Они видят, когда я их снимаю. Дарюха охраняет пуховик. Уточки. Что-то кушает в воде. Купается.
Вот вчера это как был, как бы легкий налет на шкуре до обработки. Так, конечно, не даст рабочий снег. А сейчас вот видно вот какие-то темные как бы пятна, вон. И они все отслоились от кожи, висят на шерсти. Она нервничает, бегает, не любит, когда ее снимают. Это вот она в линьке, это вот у нее вот все вот такое вот пошло. А до обработки казалось просто белое. Так, это у меня сушеные свиные шкурки, отварные. Будем делать чичерони, или как они там правильно называются. Ну, что у нас там жарится? Ой, ой, ой. Экспериментальные чичерони. Пошла работа. Ну вот, экспериментальные чичерони. Да, вот тебе и апрель. Ну, хоть дождь, не снег. Скворцы перейти. Тоже москвичонок завели. Ура, ура! Я вижу первую мать-мачеху. White Daisy. Магония подоболистная перезимовала. Это елочка маленькая, карликовая, 100-летняя уже, не знаю, лет 15, наверное. Гейхера, пурпурный дворец. Можжевельник казацкий, можжевельник стрикта, ель хопси, рододендрон. А, вдоль дома комбикорм. Лук суворова и клубника. Вот. Это благополучно все в этом году. Так, тут тюльпаны закрыла от кошек, потому что они их быстро росточки пообломают. Ну, будем выращивать. Ой. Ну, вот такой вот набор. Пластиковый горшок, крышка поддон, семена. Вот они, семена. Так, удалите пленку. Ну и вся инструкция. В общем-то, хорошо читаемо. Семена закрываю крышкой и ставлю на 3 дня, как в инструкции. Поместите семена. Ну, мне так спокойнее их помачивать.
Дима на велосипеде катается. Сезон открыт. Чего? Дружные ребята. Ой. Да ладно. Ай, хулиганы. Гайка. Гайка. Покажи бирку красивую. Мишка, Амиго, Стелла. Гай. Вот, скажи нам, бирочку новую поставили. Бирочка у нас теперь есть. Танечечко маленький. Танечко хороший. Ну что, девки все красивые? Дорику не поставили бирку. А потому что Дорик, скажи, у нас не перспективный. Да, Дорик, скажи, когда-нибудь. Вот так вот. Ну, а где еще одна? Говорит, я уже появлялась. Мне, скажи, уже бирку поставили, я уже не собираюсь больше подставляться. Хорошие, хорошие. Девки-красотки. Девки-красотки. Ой, я никак, не так, не так. Квази-молодняк прошлого года. Ай, довольный собой. Готовимся в путь-дорожку. Путь-дорожка. Класс, 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 класс. Хулиганье? Да. Ай, какая Дина. Дина. Ай, малышка. Ай, малышка моя. Ай, малышка моя. Кто моя малышка? Кто моя малышка? Динка моя малышка. Динка моя малышка. Ай, какая малышка. Дина, Дина! Иди ко мне. Иди ко мне, Дин. Иди ко мне. Иди ко мне, моя девочка. Иди, моя сладкая. Мою девочку, да, мою девочку. Балу! Сына! Это мой сын.
Дарик, Аська. Так, Дима в рабочем. Все, сейчас я развернусь. Давай, разворачивайся. Два кота и ворона что-то делят. Косточка какая-то валяется. Ворона меня видит. Коты точно не видят, а ворона видит. Один кот, наверное, папа Китти Колор, уж очень похож, вот который уходит. Второй, наверное, Гуськин. Ой, ой, внизу, говорит. Ой, тяжеловатая. Вот эти кости у нас почему-то постоянно. То ли кошки их приносят, то ли кидает кто-то. Каждый день они здесь возникают у ворот. Мать и мачеха. Наш солнечный денек. Меня встречают, наблюдают. Стелла там стоит. Царицушка загорает. И еще пушкинские приехали. Антала Васильевна. А это я заложила 15-го вчера.
хорошо спать на солнышке. Сырнички из козьего творога. Ну что, настал час тыквы. Хорошо она сохранилась с осени. Ну, разрезалась она, конечно, хорошо, но внутри, я не знаю, что-то уже все какое-то не сильно аппетитное. Но семена есть. Не знаю, мякоть уже вся, конечно. Тыква спагетти получилось. Ну, это типа спагетти, сорта такие вот. Вот и первоцветы. Ну, вот практически ничего не высыпается. Едят сено в кормушке. Да, кормушка сделана ящиком. То есть это вот они сейчас, я их просто подошла, отвлекаю. Никакой ногой здесь не вытащить. April 25. Секвойя всходит одна. Я надеюсь, что это секвойя. Потому что я покупала как секвойю. Остальные еще пока молчат. Так, привила 2 яблоньки. Одна уже там в пакете стоит. Сразу надо было сфоткать. Сейчас не хочу пакет снимать. Может быть, видно, там за кору 2 черенка, потому что ну, толстый был по двое. А здесь расщеп. Так, а еще у меня тут стоят виноград. Оригинал розовый. Один пророс. Второй оригинал розовый. Вот тут вот видны почечки. Зелененькие. Мало, но здесь он хуже всех стал сходить. Виноград сувенир. Вот тоже видны почечки. Ну, видны, короче, зеленые почечки. Так что ждем. Кстати, вот орешек зибаль, да, после обработки фитовермом пустил новые листочки. Все-таки дома у меня какая-то зараза есть. Первые почки. Еще не очень видно. Потому что погода пасмурная. Так вот нас опять затопило. 26 апреля. Дорожка просто жуть, просто жуть. Там еще глину положили. Благодаря этой глине вода вообще никуда не уходит. Ходить по ней — это просто какое-то наказание. Все затопило. Полный колодец воды. Вот ни одной тропинки нет нормальной. Везде вода стоит. Лошади тоже. Танечку, вы же надоели ваши эти дожди. Да, мой мальчик. Танечка. Скажи.
своими фотографиями на память. Гвенюшка, кошка-мать. Гвенюшка. У нас пошел снег. Двадцать восьмое апреля. У нас идет снег. Подряд снег идет. 29 апреля. Не особо видно. Но вот он пошел. Гусечка наша сидит на деревце. Смотрит на меня. Стелка пришла. Так сейчас бежала интересно, хорошо, бодро. Но я не успела. У меня только что взорвался термометр в аквариуме. Я думала, он сработает как электроудочка. Ну, может быть, и сработал, потому что тут несколько штук плавает дохлые. А может быть, потому что он давно использовался, и вон, видно. 18 градусов всего. Ну, кукарекает он тут ходит. Я, правда, уже часть цветения пропустила, все, что-то снять было некогда. Ну, ничего, еще бутоны набрали. Ну вот, я проверила пушкинских, вот это вот, которая рыжая. Один не оплот, а остальные точка есть, какие-то замершие, похожие на болтунов. То есть там муть какая-то внутри плавает и не развивается.